Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня десяточка. Как обычно, трэшуем, качаем аккаунт. Сегодня решил докачать скиллы всем героям питомцев. Потрэшуем там скины у нас на здание, по-моему, остались недокачанные. В общем, есть что качать. Поехали. Напоминаю, этот аккаунт будет разыгран потом среди подписчиков. Условия: лайк, подписка, репост видосов. Я выберу потом один видос с плейлиста. У вас должны будут быть видосики от этого аккаунта. Я еще дополнительно скажу, что надо сделать. Ну, в общем, пока вы решили, что мы дальше его качаем, мы его качаем дальше. Мы на пути к Минотавру. У нас уже донатные герои есть, кроме Минотавра, Разрухи. Все остальные тоже есть. Ну, Космо, конечно, нету еще. Это временно. Думаю, скоро мы его получим. Такс. Окей, поехали, посмотрим, что-то у нас есть. Поехали, покачаем немножко героев. Перекачнем. Алтарь. Много героев. Вот такие вот герои. То есть у меня уже большинство героев качаны на десятке. Сейчас мы еще некоторых докачаем, кому не вкачали десятку, и пойдем качать питомцев. Я думаю, в принципе, Ронина тоже можно качать. Ой. Чуть не съел бочку Ронину. Слизней нам должно уже хватить. Так, Махатмушка наша, которую мы недавно начали, выбили, точнее, получили за копейки. Рогатка тоже. Вчера или позавчера мы забрали. Так, это хрон запасной. А вот к этим героям и гарнизону десятки не вкачали, поехали. 10-й гарнизон, ребятушки. У вас, наверное, на русском сервере далеко такого нет, как здесь. А здесь это сделано вообще за фигню, честно говоря. Такс. Отлично, тритонище. Тритоном и пакт качнем. Почему, покажу попозже, когда получим вальку всех остальных. Так, с героями мы разобрались, поехали. Под Плаза. Так, девятка. Нам надо. Немножко подшаманить. В принципе, у меня расходников хватает. Что у нас там есть? Еще куча сумочек пэтов. Такс. Ну, по питомцам, думаю, тут вопросов тоже не будет. Мы их быстренько качнем на максималку. Я надеюсь. Так, 24. Ну, походу, у нас смертушка на максималку. Нормально мы ее набрали. Единственное, видите, нам надо хранилище качать золото и маны. Соответственно, надо проходить побольше подземочки, чтобы можно было эволюционировать героев потом. Так, окей, поехали. Единственное, что надо все время, ну я не фармлю, видите, золото и ману я имею их. Так, отлично. Ну, почти максималка получится. Еще плюс мы получим сумочек, думаю, докачаем. Я надеюсь на это.
Надо будет заняться также просветами героев. Ну, плюс 8 левелов, 12 слизней. Плюс 520, отлично. Как видите, силушка растет. Так, что у нас там дальше по героям? По питомцам. Тут можно подкачать. Отлично. Видите, обычные дольше качаются, чем донатные. Это английский сервер. Такс. Чикабум, ангел. Отлично. Как видите, проблем с ресурсами на этом аккаунте, ну, скажем так, относительно нет. Если брать любого там доната на русском сервере с таким донатом, вы столько всего не прокачаете, столько героев не получите. Это однозначно. Вот цепа надо нам побольше. Для битвы гильдий. Неплохо так мы силы апнули. За счет питомца. Ну и питомцы нам не только для силы нужны, а для прохождения. Локации, они нам очень-очень помогут, особенно с прокачанными скиллами. Плюс связки, разные бонусы. Поэтому, если у вас есть питомцы, не жалейте на них ресурсов. Это тот же самый герой. Так, отлично. Пришло время Феникса еще подкачать. Так, ничего, 110к, думаю, апнем. С помощью питомца, а может и нет, сейчас посмотрим, как оно пойдет. Еще 2 пэта осталось, докачайте, можно будет дальше трешевать. VR тоже неплохой питомец для PvP режимов. Очень неплохо блокирует героя. Да, он тоже небольшой. В общем, мини-ара, скажем так. Так, ну почти. Так, отлично. Что у нас там есть интересного по питомцам? Сейчас редкие пооткрываем, посмотрим, что нам упадет. И потом еще пооткрываем обычные. Ну, самое основное, если вы хотите прокачать обычных, это только первые сумочки. Они очень редкие, в основном дают там третьи, четвертые.
Вторые там уже падают такие более топовые пэты, но обычные редкие не падают. А в основном я, допустим, юзаю редких питомцев, ой, не редких, а обычных, таких как Драко, например, там Цеп Феникс для битвы гильдии, это самые такие востребованные. Их только оттуда получить, либо задротить и там через полгодика вы сможете прокачать. Не знаю, сколько там уходит приблизительно времени, чтобы качнуть на максималку обычного питомца без доната, но немало времени, поэтому терпение и все у вас будет. Видите, обычные сумочки отсюда сыпятся. Очень классные паты, плюс ангел, плюс чикабум. Ну, то есть питомцы, которые самые востребованные. Потому что со стороны их там только донатные. Донатные и редкие. Поэтому в основном у меня была охота на русском сервере. На первый и на английском тоже у меня. И на китайке у меня то же самое. Очень сложно прокачать обычных питомцев. Ну, сейчас уже, слава богу, начали продавать. Поэтому все стало намного проще. Сейчас, думаю, 110 капнем. Я надеюсь. Поехали посмотрим, что там у нас поменялось. Видите, можно еще один подкачать левел. Тут можно подкачать. У панчбокс у меня максимальный. Вот Рудольфа мы достали. Самый кайфовой питомец для подземок. Да, надо хранилище качать, потому что печально все. ЛДшка, конечно, очень классный пэт. Чуть-чуть нам не хватает. Девятьсот пятьдесят один, почти топчик качнули. Так, что у нас тут есть? Рудорф, Джелли. Вот вторые сумочки тоже, в принципе, можно открыть. И сейчас апнем 110к налегке. По чуть-чуть аккаунт выходит в топ. Будем скоро, думаю, качать 12 скиллы, но для этого надо сделать эволюцию, агментацию, поэтому еще есть над чем позаморачиваться. Для этого надо подземки пройти, и чтобы делать эволюцию, надо 5000 самов, ой, не самов, а
5000, 5 миллионов точнее золота, это немножко затратно, если так качать, хотя раньше таки качали. Да, повезет кому-то с аккаунтом однозначно. Топовый ак, фуловый. Только заходи и играй. Удовольствие. Так, немножко маны и поехали. Let's go, посмотрим, что у нас получится еще кому-то апнуть. Ну, думаю, мы даже так сейчас, да, апаем вот все. 994, того 110. Рубеж пройден. Тоже, в принципе, сейчас апнем. Можно будет скоро бегать на архидемона без запары. Тоже неплохой герой Джелли для по локаций, неплохо понижает точность противника и миссы проходят очень круто. Шара для архи. Так, ну вроде как бы все. Вот такой вот видосик. Докачали мы. Пишите в комментах, что будем качать дальше. Как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.